Сан, коничива. Это канал Тачко ТВ. Сегодня мы с вами прочитаем рассказ, который я подсмотрела в японском Старбаксе. Там QR-код был, я зашла, мне стало интересно. Книжечка тоже, кстати, стояла. Вот, я прочитала этот QR-код и увидела там замечательную, очень милую книжечку на рождественскую тематику. Чем мы сегодня с вами займемся, как обычно, с подробным разбором, переводом. Надеюсь, будет интересно и, самое главное, полезно. Название нашего сегодняшнего рассказа – «Кими датте Санта-Кроусу камоширенай». «Кими датте». «Кими» – это «ты», «я», «ты», «он», «она», «кими», «ты». «Датте» – это разговорная форма от «демо». Кими демо, даже ты, имеется в виду, да, у демо есть значение, которое на начальном этапе учат, это но означает, да, противопоставление. Но здесь демо означает даже. Даже ты Санта-Кроусу, Санта-Клаус, камо ширинай, это возможно. То есть, возможно, даже ты Санта-Клаус. Итак, начинаем, да, справа мы читаем. Дзутто варай цузукете хоши, то ю негай о комете. Мама то папа ва боку ни. Сёута. Видите, в скобочках написано чтение иероглифов. Это имя. Сёута то цкете куретанда. Еще раз прочитаем. Дзутто варай цузукете хоши то ю негай о комете. Мама то папа ва боку ни. Сёута то цкете куретанда. Здесь смотрите. Будем сначала переводить часть до запятой. Рассмотрим слова сначала. Дзутто – постоянно. Варай цузуке те хоши. Те хоши – грамматика, да, от кого-то что-то хотеть. Цузукеру – это продолжать. Варау – это улыбаться, смеяться. То есть варай цузукеру – продолжать улыбаться, продолжать смеяться. Это как у нас может быть с хаджимеру тоже, да, варай хаджимеру, например, начать смеяться и так далее. Вот, дальше негай – просьба, мольба. И комете что-то куда-то, ну, там в зависимости от контекста, конечно, очень много, может, на русский можно по-разному переводить, здесь вложить, я бы так сказала, включить, вложить. И, значит, переведем мы это так, значит, вложив, с конца идем, да, вложив мольбу, просьбу, желание, вот это негаи, да, какое желание? Через тою грамматика мы соединяем. И дальше вот это все идет, какое же желание? Дзутто варай цузукете хоши. Постоянно хотят, чтобы продолжал улыбаться. Точнее, хотят, чтобы постоянно продолжал улыбаться. То есть, чтобы все время смеялся, все время улыбаться. Улыбался хотят. И вот эту вот мольбу включив, мама то папа ва, мама и папа, бокуни, сёта то, цкете куретанда. Цкеру, намайо цкеру, да, есть сочетание, называть, давать имя. Вот, и цкете курета, те куреру, здесь грамматика, да, то есть он с благодарностью говорит об этом. То есть мама и папа назвали его сёта, надеясь на то, что мальчик, сын, будет постоянно улыбаться по жизни, ну, то есть будет счастлив. Дальше. Демо. Вот это, кстати, демо, которое у нас название, и вот это демо. Два демо, у них разные значения. Да? Здесь как раз-таки демо, которое мы не можем заменить на датте, как в названии. Вот это демо, оно будет всегда демо. А вот то демо, которое даже, да, то можно и демо, можно и датте в разговорном варианте. Итак, демо. Занен нагара, сайкин анмари варатте най. Демо, занен нагара, сайкин анмари варатте най. Но, занен нагара. Занен нагара — это к сожалению. Занен — сожаление, досада. Но, к сожалению, занен нагара. Сайкин — последнее время. Анмари варатте най. Помните, амари? Здесь, кстати, разговорный анмари. А так амари, да, мы на начинающем уровне всегда учим амари, а тут анмари. Амари плюс отрицание означает, что почти нет, не очень что-то, да. То есть получается, не очень смеюсь, не очень улыбаюсь, то есть почти не улыбаюсь. Анмари варатте най.
Мы, кстати, с вами, вы помните, да, делаем не литературный перевод, красиво вы можете потом сами переделать. Моя задача – донести суть. Вот, значит, последнее время почти не улыбаюсь. И тут еще заметьте, вараттенай. Вообще это длительный вид полностью, вараттеинай. А мы знаем, я вам не раз об этом говорила уже, что и в разговоре очень часто выпадает. Практически всегда вот этот длительный вид и выпадает, вараттенай. Ну, последнее время он говорит, что, к сожалению, я не очень-то смеюсь, улыбаюсь. Конайдано крисмасу учинива Санта-санга ките куренакаттанда. Конайдано крисмасу учинива Санта-санга ките куренакаттанда. О чем он здесь говорит? Конайда, коноайда. Прошлый раз, да, вот прошлый. И здесь опять-таки разговорный вариант. Коно айда. В разговоре, чтобы легче шло, конайда. Значит, прошлый раз, на прошлый крисмас, конайдано крисмасу, на прошлый крисмас, учинива домой ко мне, Санта Санга, Санта Клаус, ките куре накатанда. Ките куреру, ко мне он не пришел, он говорит, да? Опять те куреру, вот это грамматика. Ките куре накаттанда, не пришел Санта. Боку га кюсай дакара, мо Санта-сан ва конаку натта но кана тте омоу ё ни шите иру. Вот три строчки вот эти, да? Боку га кюсай дакара, мо Санта-сан ва конаку натта но кана тте омоу ё ни шите иру. Боку га кюсай дакара, так как мне 9 лет, и я бы начала с вот этой строчечки. Омоу йоништеиру. Йоништеиру – грамматика, которая означает, то есть взять что-то за привычку, стараться что-то делать. Но здесь он старается думать дословно, да, то есть он думает, ну как бы, он старается думать дословно, что мо, так как ему уже 9 лет, мо Санта-сан ва, мо уже, да, уже Санта-сан, Санта, конаку наттано канатте. Кана вот это, да? Наверное, возможно, такое, как не знает точно, да? Еще как кана может переводиться интересно. Куру, но кана интересно, а придет ли? Но вот здесь вот он тоже такое, да? Сомневается, что, наверное, он уже конаку натта. Он уже стало так, что он перестал приходить. Мама мо. Папа мо, сайкин варатте инайнда. И мама, и папа, мама мо, папа мо, сайкин варатте инайнда. В последнее время сайкин варатте инай. Варатте инай даже тут, видите, и опущено тоже. Варатте инай. Тоже не смеются, тоже не улыбаются. И вот это «нда» здесь, оно часто будет встречаться, но, может быть, грамматика звучит по-разному. Это, например, «нодес», «ндес» или «нода», «нда». Тут только стилями речи отличается, но она здесь часто. По сути, в принципе, мы ее редко можем прям так перевести на русский, чтобы прям было слышно и понятно, что это грамматика. Где-то я ссылку прикреплю в описании к этому ролику. Есть эта грамматика, мы уже разбирали. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Мы сейчас на ней сильно не акцентируемся. Ени и те мо дзутто музукаши као штеиру. Вторая строчечка, да? Ени и те мо дзутто музукаши као штеиру. Даже если они дома находятся, да, учине, тут, наверное, учи все-таки лучше прочитать. Кстати, тоже есть ролик, чем отличается е и учи. Тоже прикреплю. Если интересно, посмотрите, пожалуйста. Значит, учине и темо, дзютто музукаши као штейру. Даже если они находятся дома, и темо, это от глагола иру, да, быть, находиться. Даже если они дома находятся, дзютто постоянно музукаши као о штейру. Дословно делают сложное лицо, делают трудное лицо, да, мудзукаши као штеиру. Это дословно, ну и понятно, что можно перефразировать, что у них всегда, наверное, угрюмые, озадаченные какие-то лица дома. Кучио оки куакете таксан вараттета. Мае ва не, кучио оки куакете таксан вараттета. Мае ва, раньше, да, раньше, да. Вот это просто разговорная вещь такая. Раньше, да, они
口を大きく開けて、口を大きく широко, ну, то есть, 大きい, это большое, по-большому. Хотя это звучит, конечно, но это дословно. В общем, рот широко открыв, акете акеру, да, таксан вараттета. Много смеялись. Опять-таки, вараттета, вараттеита, да, в прошлом, состояние в прошлом, вараттеита. Тоже и опущено. Значит, раньше они часто много, да, смеялись, широко открыв рот. Мама то папа но варау као га ски де. Соре о миру даке де боку мо вараттета. Отсюда начнем, да? Мама то папа но варау као га ски де. Что ему нравится? Лицо. Смеящееся, улыбающееся лицо мамы и папы нравится, да? И сорео миру даке де, только лишь смотря на это, сорео миру даке де, только лишь смотря на это, я тоже бокумо вараттета, смеялся, улыбался. Смеялся тут, скорее всего, потому что улыбаться с открытым широко ртом, конечно, это, наверное, невозможно. Дальше. Гакко де мо сайкин. Томодачи га анмари вараванаку наттанда. Гакко де мо, и в школе тоже, сайкин, последнее время, томодачи га, друзья, анмари вараванаку наттанда. Анмари вараванаку, видите, тоже с отрицанием, тоже, значит, стало так, что вараванаку натта. Да, тоже вот стало так в школе, что друзья перестали почти смеяться в последнее время, да? Дальше. Чугаку дзюкен но таме ни. Дзюку ни. Кайо и хаджимета. Томодачи мо окте. Синдосоу на као штиру. Значит, для того, чтобы сдавать экзамены в среднюю школу, он, видимо, младшеклассник, а чтобы поступить в среднюю, тоже нужно экзамен сдавать. Чугаку дзюкен, но тамени, для экзаменов в среднюю школу, дзюку никайо и хаджимета томодачи мо, тут даже, наверное, с друзей лучше начать, да, томодачи мо. Также друзья, которые дзюку никайо и хаджимета, кайо у глагол ходить, курсировать туда-обратно, например, в школу ходить, там на кружок, на секцию какую-то ходить. Дзюку это вот эти вот частные школы, значит, где частные уроки. Ну, как у нас частный репетитор, да, вот это вот дзюку. Значит, друзья тоже, которые кайо и хаджимета, начали хаджимеру, кайо и хаджимеру, начали посещать, ходить на вот эти вот частные уроки, к репетиторам для того, чтобы сдать экзамены в среднюю школу, таких друзей окте, срединная форма, т-форма, да, много, ой, это много, многочисленный, и они синдосона каоштеиру, дословно каоштеиру делать лицо. Какое лицо? Синдосона. Синдой это какое-то, знаете, что вот тяжело сильно, как цирай, вот что-то утомительное, тяжело, напряжно, вот это вот синдой, тоже в разговоре очень часто использовать. Здесь не просто синдой као, а здесь синдосона као штейру. Почему? Потому что мы говорим о лице других, не о своем лице, потому что мы не можем до конца, вот да, есть, оставляется такая вероятность, что это не так, синдосона, то есть похоже, что у них такое вот лицо, на 100% мы не знаем, но вот похоже на то. Дальше. Учи демо, гакко демо, минна но као кара, эгао га хетте иру. Значит, и в школе, и дома, да, учи демо, и дома, и в школе, гакко демо, минна но као кара, с лиц всех, дословно, да, с лиц всех окружающих меня людей в школе и дома. Эгао – это улыбка, улыбающееся лицо. Хетте иру. Херу – это уменьшаться, сокращаться, то есть становиться меньше. Получается, что то все стали меньше улыбаться. Гакко карано кайримичи. Дорога домой, но по возвращению домой из школы. Коэн де – Мидзутамари ни укабу джибун но као мицуметета. В парке
Начнем с конца. Мицуметета. То есть смотрел. Мицумеру это уставиться. Ну, здесь мицумета и та смотрел. Перейдем как смотрел. Смотрел на что? На лицо, на дзибунно лицо, на свое лицо. Укабу это, ну, вообще это как дословно, если перевести, получается, плавать, не знаю, держаться на поверхности воды. Ну, здесь понятно, что еще, кстати, появляться тоже может появиться, переводиться вот здесь, то, что может подойти, там есть разные переводы. Отражается, да, понятно, что здесь лицо отражается у нас мизутамарини. Мизутамари – это лужа. Значит, в парке он смотрел, уставился, так сказать, на свое лицо, которое отражалось в луже. Со стороны, и тогда, со стороны, в тот-то оджисан га боку но као о мите ханасикакете китанда. В тот-то оджисан га, значит, дядя такой пополневший, упитанный, в тот-то вторую, это поправляться, да, в плане веса. Значит, упитанный дядя боку но као о мите, смотря на мое лицо, Ханаси какете китанда. Ханаси какеру заговорить. Кита это то есть действие опять-таки произошло от этого дяди к нему, к тому, кто говорит. Ханаси какете кита. Текуру теику, по-моему, тоже грамматика есть на канале. Ханаси какете кита. То есть заговорил дядя, упитанный с ним. Я увеличила, чтобы было лучше видно. А здесь вот видите внизу, вот он. Этот дядя, ну понятно уже кто это. И он, они смотрят вместе в лужу. И он с ним заговорил. С мальчиком. Нандака мудзукасисо на као штейруне. И опять-таки, да, здесь со у нас грамматика, мудзукасисо на. Нандака почему-то можно перевести, да. Опять-таки, као штейру, где у тебя лицо, да, ну, то есть ты делаешь лицо мудзукасисона, сложное лицо, дословно, то есть ты чем-то озадачен, можно сказать, что-то тебя волнует, что-то вот, да, что у тебя лицо такое. Дальше. Кто-то оджисан ва обаору оките широй охиге о хаяштеиру хтоде нико-нико штейта. Мне тоже вот сейчас поймала себя на мысли, что не очень удобно читать вертикальный текст, порой бывает. Значит, кто-то оджисан ва, этот наш поправленный, упитанный дядя, потому что если бы был дедушка, было бы оджии, еще было бы дописано, да, оджисан, а тут оджисан. Значит, этот упитанный дядя, обаору, это комбинезон, о ките, киру, да, то есть на нем был этот комбинезон, широй охиге о хаяште иру хитоде, получается хито, который вообще это если честно, вот хито у нас есть, да, и вот это все, что перед хито до, ну вот до ва, это вот все описывает какой это человек, значит, который был в комбинезоне и который что хаяште иру широй охиге о хаяште иру широй охиге это борода белая хаяште иру ну как бы отрастил дословно, да, хаясу это растить, отрастить, отпустить, ну, в общем, это дословно, а вообще с белой, мы говорим, да, с белой бородой. И, значит, вот этот поправленный, если по грамматике смотреть, этот поправленный дядя, это человек в комбинезоне с белой бородой, и он что? Нико-нико штейта. Он улыбался. Дальше. Оджисан. Нанка Санта-сан митай да не. Оджисан, нанка Санта-сан митай да не. Говорит ему мальчик, что ты, дядя, что-то как-то похож на Санта-Клауса, на Санту. Митай, да? Митай. Здесь это как похож. Йоку иварэру йо, говорит этот дядя, кими ва сайкин иикото най но кай. Йоку ивареру йо, ивареру это уже страдательный залог от глагола ю, говорить, да? Йоку это часто, то есть мне часто говорят это, безличное предложение, да? Ивареру, то есть кто-то говорит, часто говорят. Дальше. Кими ва сайкин ии кото най но кай.
Кими ва сайкини икото най, но кай. Кай – это вопросительная частичка. Часто ее используют, чаще используют мужчины, парни. Значит, сайкин, кими ва, у тебя в сайкин последнее время икото най, что нет ничего хорошего? Он спрашивает. То есть ничего хорошего не происходит. Боку ва оджисан ни иттанда. Я оджисан ни, да, дяде этому сказал. Кто сказал, смотрим дальше. Мама мо, папа мо, гакко но томодачи мо, вараванаку натта. Стало так, что не смеются, да, дословно. Мама мо, и папа, и мама, и гакко но томодачи, и друзья в школе. Дакара, поэтому, буку мо, вараванаку наттатте. И я тоже перестал смеяться. Вот тут в конце стоит «т». Почему? Потому что здесь это не прямая речь, но не взято вот эти вот скобочки, да, кавычки японские, вот эти которые. И поэтому он передает речь свою передает, и вот это «т» – это «то». «То» и «та», например, да. А так как здесь разговорная речь, вообще просто «т» сказали и больше ничего. Вообще в разговорной речи «то» очень часто меняется на «т». Тою, например, тею, просто то, это те, то и та, те и та. То есть это тоже обратите внимание на это. Так, ребят, греется у меня компьютер, я надеюсь, вам все будет слышно хорошо, шумит немножко. Он то шумит, то не шумит, не могу ничего сделать, к сожалению. Так, значит, дальше. Сон на боку ни, оджисан ва иттанда. И дословно, вот такому вот мне сон на боку ни, да, оджисан ва иттанда. Дедушка этот, видите, у меня все он дедушка. Но он же дедушка, ну согласитесь, но какой он дядя? Значит, этот дядя сказал. Минна варайката о васуричатта но канатте. Тут хоть и взято вот в эти скобочки, да, но тут тоже, как мы вот прямую речь оформляем, а потом там пишем, сказал там кто-то, да. Тут и здесь тоже «те» стоит вот это, как в прошлом предложении. Значит, минна все варайката, способ смеяться, да, как смеяться, варайката о васуричатта но кана, да, может быть, он говорит кана, наверное, все забыли, как нужно смеяться. Здесь смотрите, что касается формы с глаголом васуреру забывать. Васуричатта. Вот это я не помню, рассматривали мы. Наверное, рассматривали там, где было тэшимау грамматика, я чуть-чуть сказала, скорее всего, об этом. Значит, тэшимау у нас в разговорной речи меняется на чау или джау, в зависимости от глагола. Вот здесь вот васуре тэшимау получается васуре чау. Там, где тэшимау у нас будет чау, там, где дэшимау, например, йондэшимау, йонджау будет. Но это отдельная тема, которую лучше тоже рассмотреть, попрактиковаться, потому что японцы вот везде в разговоре они используют вот это вот, и даже масс-формы, например, васуричаимашта могут тоже говорят. Ну, форм много всяких может быть, да, как сказать, но сам факт, что вот это тэшимау меняется у них на чау-джау, и они очень часто это используют в разговоре. Какой прекрасный маленький слайд, потому что я все время переживаю вот по тому поводу, что очень много объемные получаются ролики с чтением, но ничего не могу сделать. И я из этого иногда спешу просто и хочу побыстрее. Вот, но хочется прочитать же все и рассказать тоже хорошо. Значит так. Минна га варайката у васурета нара. Кими га омой дасасете ярундайо. Минна га варайката у васурета нара. Кими га омой дасасете ярундайо. Значит, он говорит. Значит, тут у нас что? Васурета нара. Нара, если, да? Значит, если все забыли, как смеяться нужно, варайката у васурета, то кими га ты омой дасасете яру. Здесь глагол омой дасу, вспоминать. Омой дасасеру, это заставить вспомнить. Побудить вспомнить. И те яру здесь, это те агеру. Помните, те агеру, те яру. Те яру это просто там, например, цветы полить, дать корм собачке тоже, да, было у нас те яру вместо агеру, тоже мы рассматривали. Значит, да сасе те яру, то есть ты им поможешь, ты их побудишь вспомнить,
как нужно смеяться. Бугуга доятте текитара. Оджисан ва соре ва джибун те кангаэрун да йо, Шоутакун те. Значит, бугуга доятте текитара. Когда я китара, да? Когда я спросил доятте, каким образом заставить их смеяться, да? Вспомнить, как нужно смеяться. Оджисан ва те. Вот это означает, что дядя ответил. Соре ва, а вот это вот джибунте кангаэрун да йо, а вот это ты сам джибунте кангаэру придумаешь. Шоутакун. И сказал его имя, хотя он не называл же свое имя, да, по-моему, этот мальчик. Дальше. Варатте каэтте итта. Варатте каэтте итта. Каэтте ику. Он, улыбаясь, пошел. Ученик каэтте хиториде кангаэтанда. Возвратившись домой, ученик каэтте хиториде самостоятельно сам кангаэта. Думал, подумал. До яттара мае митай ни варатте куреру канатте. Вот это «те» означает, то есть, что он думал, да, то, о чем говорится в предыдущем предложении, что «кангаэта». И вот здесь уже думал о том, что «до ятара», что же сделать «маэми тайни», чтобы они «маэми тайни», как раньше, «варатте куреру», чтобы они смеялись снова, да, как раньше. «Те куреру» здесь для меня смеялись, ну, то есть получается, что он хочет, чтобы они смеялись. «Кана», как же, что же. Да, вот это вот можно тут перевести. Что же сделать, чтобы они смеялись, как раньше? Мама то папа га вараттеру токи омоидашта. Омоидашта, омоидасу, вспомнил токи, время, да, то время, когда мама то папа га вараттеру, вараттеиру, когда мама и папа улыбаются, смеются. Оки кукучио хирайте варатте иру но омоидашта. Вспомнил омоидашта, как оки кукучио хирайте, открыв широко рот, варатте иру, они смеются, да? Но здесь как субстантиватор. Варатте иру кото о, варатте иру но омоидашта. Соштара омоицуйтанда. И тогда я придумал. Омоицуйта. Мама то папа га эгао омоидасу хохо. Мама то папа га эгао омоидасу хохо. Хохо – это способ. Значит, что придумал? Способ омоидасу, чтобы вспомнили эгао, ну как, смеющееся лицо, улыбающееся мама и папа. Вспомнилось мне, как вот... Не так давно написали комментарий, что если бы вот так вот все подробно не тянули резину, не рассказывали так подробно, то типа ваши ролики не были бы такими затянутыми. Но с другой стороны, хочется, чтобы человек, который, ну вот не, ну, там, не очень высокий уровень, например, да, чтобы зашел и что-то тоже для себя узнал, я не знаю, почувствовал, что он тоже может там что-то понимать, где-то что-то он тоже знает. Если не понимает, то мне хочется объяснить, чтобы человек понял. Понятно, что если заявлено уже, что там ролик для N2, N1 или там еще, ну, там, N3 даже, да, то я не буду так прям сильно все там разжевывать, но не знаю, все время по этому поводу переживаю. Потому что совсем разные же, да, уровни есть, которые смотрят. У всех разные уровни, поэтому не знаю. Как лучше, так сказать, всем не угодишь, стараюсь золотую середину найти. Но, увы, не очень хорошо, наверное, получается. Итак, боку ва гайошио даште окику варатте иру кучио кайте не. Значит, итак, я гайошио даште достал бумагу для рисования гайоши. Гайоуши, бумага для рисования. Окику варатте иру кучио кайте не. Здесь вот обрывается, так, имеется в виду, что так, я достал бумагу для рисования. Нарисовал рот, широко смеющийся. Потом что? Сорео хасами де китте цкутанда. Сорео, то есть вот это нарисованное соре, да, хасами ножницы, хасами де ножницами, китте, разрезал ножницами, вырезал и сделал дословно, да, то есть сделал, разрезав ножницами, нарисовал вот это все. И что у нас? Смайл маусу, смеющийся рот, да, это от английского смайл маус.
これを口元に当てれば誰だって笑顔になれる。これを、вот это вот, да, то, что он сделал, там нарисовал, вырезал. Если атереба, если атеру приложить здесь имеется в виду, если приложить к чему-то, ну это я бы просто сказала к рту. Если просто приложить к рту вот это вот губам, то, что он сделал. Даре датте, снова-таки, да, то, что у нас название было, демо вот это. Даре демо, кто угодно. Даре датте, тоже кто угодно, но уже разговорный вариант. То есть все, кто угодно, все эгаони нареру. Эгаони нару, то есть стать улыбающимся лицом, дословно, заулыбаться, да? А здесь не нару, а нареру. Потенциальная форма, то есть все смогут, ну, улыбаться. У всех может быть улыбающееся лицо, вот как-то так. Может стать улыбающееся лицо. Эгао омои да сихазу да. Эгао омои да сихазу да. Хазу здесь то должно быть, они вспомнят улыбающееся лицо. То есть они вспомнят, они должны вспомнить, как улыбаться, если так сделают. Мама то папа га цкарета као ште шигото кара каэтте кита. Мама и папа, дословно сделав ште, да, сделав цкарета као, сделав уставшее лицо, ну, с уставшим лицом, шигото кара каэтте кита, пришли и вернулись с работы. Боку а мама то папа ни ваташтанда. Я Ватасу передавать, да, я дал вот то, что сделал, он имеется в виду маме и папе. Мама то папа ни презенто. Смайру маусу дайо цкете мите. Мама то папа ни презенто. Это подарок для мамы и папы, он им говорит. Смайру маусу дайо. Это улыбающийся рот цкете мите. Попробуйте приложить. Темиру, да, попробовать что-то сделать. Цкеру, цкете мите. Мама то папа ва. Хусиги, хусиги на као ште, смайру маусу о цкетанда. Мама то папа ва, на, сейчас они вот сделали уже фусиги на као в этот раз, да, фусиги это странный, удивительный какой-то. То есть они удивились, ну, в общем, не поняли, что происходит вообще, что это. Мама то папа ва, значит, сделали удивительное такое, удивленное лицо, смайру маусу о цкетанда, и приложили вот этот улыбающийся рот. «Мама то папа, но эгао да», – сказал мальчик, да, что вот это улыбающееся лицо, мам, улыбающееся лицо мамы и папы. С той стороны, «мама то папа ва, утагай ни смайру маусо цкета као мите хукидаштанда». И тогда, с той стороны, «мама то папа, мама и папа», значит, мите, посмотрев, вот отсюда, видите, мы очень часто с конца начинаем при переводе с японского, посмотрев на лицо, наверное, на лица друг друга, утагаи вот вначале есть, это друг друга, да, утагаини, посмотрев на лица друг друга, которым они вот это прикрепили, да, смайру маусо цкета као, которым они прикрепили вот этот улыбающийся рот, посмотрев хукидаштанда. Хукидасу здесь означает расхохотаться. Мама то папа га хисасибурини хонто ни вараттанда. Мама и папа хисасибурини, ну это как впервые за долгое время, да, через долгое время впервые хонто ни вараттанда. Действительно, на самом деле смеялись. Боку ва мама то папа ни смайру маусо цкуттари о ханаштанда. Я, боку ва мама то папа ни, маме и папе, с конца идем снова-таки, ханашта, рассказал, что рассказал? Рию о ханашта. Рию, рию это причина. Я маме и папе рассказал причину. Причину какую? Смайру маусо цкутта. Вот, смайру маусу отскута. Вот это вот определение, да, которое иногда как целое предложение выглядит, очень, очень важно распознавать, потому что потом может исковеркаться совсем смысл в предложении. Значит, я маме рассказал причину, почему я сделал этот смеющийся рот, да. Сайкин, мама то папа ни, эгао га най кара, симпай датта кото. Да, кото здесь имеется в виду то, рассказал, что в последнее время
Мама то папа не эгао га най кара, так как. Най нету. Эгао смеющего лица у мамы и папы, да, что в последнее время у мамы и папы нет смеющего лица, заговариваюсь, простите, сегодня. Поэтому симпай датта. Симпай – это волноваться, да, переживать, поэтому я переживал. Варайкатау васуричаттан джанайкатте. Да, что вот те тоже, опять-таки, что он им сказал, да. Варайката – как смеяться, васуричатта. У нас уже было, да, васурете симатта, то же самое, васуречатта, джанайка, а не забыли ли вы, как смеяться, не забыли ли вы способ смеяния, вот как-то так. И дакара смайру маусо цкутанда, и поэтому я сделал, изготовил улыбающийся рот. Мама то папа ва не, мэни намида ва укабете не, Боку дакисимете курета. Мама и папа, не здесь посредине предложения, разговорная речь. Мэни намидао укабете, это выражение означает со слезами на глазах, меня обняли. Дакисимеру, да, обнимать, дакисимете курета. Саннинде дакисиме аттанда. Мы все втроем обнимались. Дакисиме ау, да, вот это ау означает здесь дакисиме атта. Мы обнимались все втроем. Хисасибурини. Впервые за долгое время, да. Дальше. Тоттемо. Опять-таки, да, вот это в разговоре. Не просто тоттемо. Тоттемо, чтобы подчеркнуть. Тоттемо ататакаката. Очень тепло было. Цугино хикара. Мама то папа ва учиде. Мата варау йони натте курета. Цугино хикара, со следующего дня, мама и папа, учиде дома, мата снова, варау йони натте курета, йони нару, да, стало так, что мама и папа снова начали смеяться, улыбаться дома. Ну и вот они все втроем обнимаются, улыбаются. Ну и вот это вот означает дай сейко, сейко это успех, ошеломительный успех, все получилось. Гакко демо не? Сайкин варатте накуте, синдосоу на као штеру томодачи ни смайру маусу кубаттанда. Сразу скажу, что кубару это раздавать. И в, значит, школе тоже в последнее время варатте накунатте синдосоу на као штеру томодачи. Смотрите, вот это вот томодачи у нас. И все, что перед томодачи, вот это вот до запятой, это какой, какие томодачи, какие друзья? Значит, и в школе тоже друзьям, которые, значит, у которых было вот это вот синдусо накао, да, утомительное вот такое лицо, которые не смеялись в последнее время, им тоже смайру маусу окубата. Я им тоже раздал вот эти вот улыбающиеся рты, улыбки, скажем так. Да, смайру маусу лучше улыбка переводить, а не улыбающийся рот, но это дословно. Минна кёшицу де цукете, отагае но као миатте, фукидаште. Все в классе, в аудитории кёшицу де приложили вот это вот, да, цукете, улыбку вот эту к рту, отагае но као миатте, посмотрели на лица друг друга, отагае, да, отагае но као, миау. Тоже, опять-таки, обоюдное действие. Посмотрели на лица друг друга и фукидаште. Дальше продолжение, потому что будет разговорная форма, да, здесь на те может заканчиваться. Значит, и рассмеялись. Эгао ни натта. У них стало улыбающееся лицо. То есть заулыбались они. Варайкато умойдаште. Они вспомнили, как смеяться. И май митайни. Эгао но ой кёсицу ни модоттанда. И вернулись как бы в аудиторию, полную улыбок, как и раньше. Ученика Эрито, мама то папа говорят тета. Когда я вернулся домой, ученика Эру, да, даже почему, потому что здесь вот смотрим, да, Каэру у нас вроде бы как не прошедшее время, но когда я вернулся домой будет, потому что мы судим по последнему заключительному глаголу о времени. Когда я вернулся домой, мама то папа га варат тета. Мама и папа улыбались, смеялись. Папа га осейте куретанда. Папа мне рассказал, поведал мне. Сёта, мама но онака нине, отото га декитанда.
Он сказал, что сёта в животике у мамы, ото-ото, младший брат, появился. Бокува сакенда. Я закричал. Саке будет кричать. Ну и, конечно же, закричал он: «Ятта! Ура!» Котосину Крисмасу ибу. Канун Рождества в этом году. Котосину Крисмасу ибу. Ото-ото га омарета. Родился младший братик. Сайко но Крисмасу презенто. Самый лучший подарок на Рождество. Котоси мама то папа ва боку ни тотте сайко но Санта Кросу ни натте куретанда. В этом году мама и папа боку ни тотте, как для меня, то сайко но Санта Кросу ни натте куретанда. То есть они стали для меня самым лучшим, просто самым прекрасными Санта Клаусами. Боку ва соко де кидзитанда. И тут я заметил, даре датте Санта ни нарерунда. Что это вот название, да, у наше. Даре датте, даре демо, кто угодно может стать нареру. Не просто нару становиться, а нареру может стать, кто угодно может стать Санта-Клаусом. На этом сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам большое, что остаетесь со мной. Если что, какие-то вопросы, как обычно, жду вас в комментариях. По возможности буду отвечать. Спасибо большое. Тяне!